Я решила показать на примере каблуков, которые носят в конкурсах красоты высокие каблуки, показать ту боль, с которой приходится сталкиваться, чтобы пройти к победе. Приходится сталкиваться с кровавыми мозолями, с битым стеклом, которые подсовывают конкуренты. Зачастую приходится делать инъекции косметические, придется делать эти инъекции, возможно, в старости. В общем, это обращение не только к конкурсу красоты, но и в целом к индустрии красоты. Это мой такой риторический вопрос, просьба задуматься над тем, зачем девушки подвергают такой боли.